результатам специального зрительского голосования в гранд-финал шоу прошли Аида Булат и Давронбек Абдусаломов. Вторая казахстанка в финале, Аида Булат, представила на проекте вокальное искусство. Судьи и зрители запомнили исполнительницу еще с первого сезона. В новом же сезоне Аида впечатлила не только своим вокалом, но и трудолюбием и упорством. Я хотела преодолеть ту планку, которую не преодолела в первом сезоне. Поэтому я на самом деле очень сильно радовалась. И все дома радовались. То есть это была такая атмосфера того, что вот я прошла. И это вдохновило, наверное, задало какой-то стимул двигаться дальше и работать еще больше. На самом деле я пришла на шоу, чтобы получать удовольствие. И от каждого своего выступления, после каждого тура, я получала искреннее удовольствие. И я так проходила тур за туром и даже как-то не заметила, наверное, то, что я уже в гранд-финале. Если говорить о первом сезоне, то тогда это было действительно волнительно. Здравствуйте! Здравствуйте! 2 года назад это была маленькая, скромная, особо ничем не примечательная Аида. Сейчас это уже более уверенная, более раскрепощенная Аида, которая знает, чего хочет. И каждое выступление — это уже не просто набор слов с мелодией. Это уже маленькая жизнь, которую я проживаю с каждым своим выступлением. The sky is red tonight. We're on edge tonight. Now shooting stars to guide us. I fall in a high. Why tear each other apart? Please tell me why. It's such a shame. How many times can I win and lose? How many times can I break the rules between us? Only till drops. Такое наслаждение наблюдать за процессом. Вы знаете, это чужие дети быстро растут. И в этом смысле мы не видели там Аиду в постоянном режиме 2 года, поэтому для нас разница очень большая. Люди нигде не увидят меня такой живой, как на сцене. На сцене я настоящая, такая, какая я есть. И я просто делаю то, что мне нравится. Я этим живу. Это меня вдохновляет, воодушевляет. Музыка сама по себе, она вдохновляет. Поэтому это дает краски жизни. Я выросла не только внешне, но и голос, естественно, вырос. Диапазон стал шире, и это тоже сказалось, думаю, на результатах. Выступление в полуфинале прошло довольно красиво, потому что
Думаю, это отчасти благодаря шоу-балету, который сделал такую красивую постановку. И сама песня, она такая воодушевляющая. Она вот задает выступлению тон. Поэтому, думаю, сама картинка, она удалась, она была красивой. Аида действительно выросла. Во втором сезоне она предпочла более серьезные темы и взялась за непростой материал. Песней «Кайзаман» девушка обратилась к миру и к людям с призывом задуматься о том, что происходит на Земле по воле ее жителей. Так надо петь трагические песни, потому что она смогла донести до нас, я это почувствовал. У музыки нет, да, ни нации, ни языка, а просто есть вот энергетика, которую ты можешь донести. А вот она смогла это донести, я был прям очень приятно удивлен. Я помню еще ее с первого сезона, то есть девочка растет, молодец, она прям занимается над собой. Это очень здорово. Самосовершенствование всегда приносит плоды, поэтому во втором сезоне Central Asia's Got Talent Аида Булат продвинулась дальше, чем в первый раз. Пение — это для меня вся жизнь. Я не помню, не представляю себя не поющей. Сколько я себя помню, я всегда пела. Поэтому это вот часть меня. Поэтому нет пения, я думаю, моей личности тоже не будет. Голосуйте за гранд-финалистку из Казахстана прямо сейчас в суперприложении Айту. Дорогие друзья, хочу искренне от всего сердца поблагодарить каждого, кто поверил в меня и голосовал за меня. Нахождение в гранд-финале очень много значит для меня, и ваша вера дает мне силу и уверенность идти дальше. Поэтому я надеюсь на вашу поддержку и прошу вас голосовать за меня. С любовью, ваша Аида. Суперприложение iTu экономит память вашего смартфона. Забудьте о постоянных переключениях между десятками приложений. Скачайте iTu.